Всем привет, и вы на канале Лан2, и сегодня я вам покажу простые способы украсить свой дом в Майнкрафте. Ну а первое начать видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, ведь 28 секунд, а мне приятно. Ну что ж, а мы начинаем, погнали! Сначала, ребят, я вам покажу, как сделать декоративную лодку в Майнкрафте. Для начала мы должны сделать небольшое озеро, где мы построим нашу лодку. А также нам понадобится ткацкий станок, белый флаг, а также красный краситель. И делаем очень простой узор на флаг. Теперь ставим здесь два блока. И поставим здесь три люка. Вот таким вот образом. Теперь ломаем этот лишний блок и ставим здесь плитки из древесины. Вот так вот. А теперь берем ступеньки из древесины и ставим их здесь и еще сзади. Теперь мы ломаем эти блоки и ставим здесь обычные две плитки, а посередине мы ставим обычный забор. Берем другой тип люков и ставим их по бокам. Вот так вот. А теперь посередине мы ставим наш флаг, который мы сделали. Теперь нам понадобятся таблички. Мы ставим их здесь, с этой стороны и еще с другой стороны. Вот так вот. Теперь сюда мы должны поставить люк на вот эту ступеньку. А на эту ступеньку мы должны поставить фонарь. И у нас получился очень крутой и декоративная лодка в Майнкрафте. Ее обязательно нужно поставить где-то у себя в доме. Это будет выглядеть очень красиво, и это очень простая лодка. Но мы переходим к следующей постройке. А сейчас я вам покажу, как же сделать свой собственный iPhone в Майнкрафте. То есть, если у вас нет айфона в реальной жизни, вы сможете его сделать в Майнкрафте. Это очень простой способ. Нам понадобится ткацкий станок, белый флаг, пузырек с чернилами, костная мука, а также узор знамени штука. А теперь делайте все как на видео. Если вы сделали все правильно, то у вас должно было получиться вот это. И это выглядит как iPhone. Нам осталось только построить небольшой стол, поставить сюда рамку и в эту рамку поставить наш iPhone. И вот это реально выглядит как iPhone. И мы его сделали всего лишь за минуту или две минуты. То есть это очень простой способ. Ну что ж, ребят, я надеюсь, что это видео понравилось. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а всем удачи и всем пока-пока!